выполнение 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения для принятия военной присяги построен. Для принятия военной присяги. Воротно. На установленной дистанции шагаем. Марш! Товарищ командующий, рядовой Куценко для торжественного принятия военной присяги прибыл. Я, гражданин Республики Беларусь, Куценко Иван Алексеевич, торжественно клянусь защищать независимость территориальных целостности конституционный строй Республики Беларусь. Жду президента и отечества. Стой строй. Есть. Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Поздравляю. Служу президенту и отечеству. Служу президенту и отечеству. Строй Республики Беларусь. Защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Принятием военной присяги Алишевского бригады служит. Народ доверяет вам свою безопасность, суверенитет и, самое главное, спокойствие в нашей стране, на улицах наших городов. Вы теперь спецназ внутренних войск МВД Республики Беларусь. Конечно, это праздник. Праздник в первую очередь, потому что это происходит один раз в жизни. Сегодня приехало много родителей, как традиционно. Это представители всей нашей страны. Мы им рассказали, как прошел первый месяц, показали видео. И я думаю, они поняли, что за этот короткий промежуток времени их дети получили уже определенный опыт армейской жизни. И я думаю, что опыт жизни во внутренних войсках, наверное, один из самых передовых, самых лучших. Бойцы научились быть военными людьми, научились жить в воинском коллективе. Мы им подробно рассказали, что такое дружба, товарищество и как надо жить, чтобы не иметь проблем. Они научились немножко владеть оружием, начальный этап, так скажем, повысить свою строевую выучку, научиться строевой подготовке и, конечно, привести свою физическую форму в ту, которая нужна нам для стартового, так скажем, этапа. А впереди у них много службы. И Европейские игры вторые, соответственно, и Славянский базар, и много-много всего интересного армейского. Мое пожелание им держаться друг за друга, соответствовать званию спецназа. We'll be right back.
грязь лицом. Терпи, и ты будешь отличным бойцом. Сожми кулаки вверх и вниз сотни раз. Пропиши, ты старший, запомни наказ. Поддельная бригада.